Дороги. Взрывная волна в Бейруте настолько была сильная, что она даже разрушила дороги в Виргинском районе. Во многих местах прям вообще колоссальные разрушения. Уничтожила всю инфраструктуру Виргинского района. В хлам уничтожены дороги. Просто вообще проехать в принципе маловероятно. Возможно, но маловероятно. Это направление можно назвать дорогой, можно. Здесь, в принципе, на высоком клиренсе можно, в принципе, легко проехать. Это здесь все асфальт. И здесь тоже асфальт. Самое простое решение ремонта дорог – это просто загнать сюда грейдер и асфальт вот так вот разровнять, чтобы можно было хоть как-то проехать. Конечно, идеально ровно разровнять не получится, ну хотя бы как получилось. 21 век, стабильность, главное стабильность, что у нас нет американских всяких там солдат НАТО, которые постоянно нас преследуют где-то. Постоянно они нависают, вот эта угроза. Идет нарисованные мультики, нарисованные ракеты. Прям вообще все классно. Главное, у нас треть всего населения — это средний класс. Средний класс, который получает полтора МРОД. Вот, вот, это вот такая вот стабильность. Дороги уже, не знаю, лет 60 может быть. Никто не пытается даже ремонтировать. Ремонт такой. Грейдером разровнять все. А тут, мне кажется, даже разровнять грейдером не получилось. Такая вот дорога. На кроссовере сложно проехать. Местное население здесь уже знает, как отворачивать, как поворачивать вот таких вот от грейдерных ловушек. Попробуем угнаться за ними. Налоги, говорят, все платят. Казну пополняют. Попробуй не заплати налоги. Вот здесь, по-моему, бейрутский тоже снаряд попал. Разрушился. Вот тут вот тоже разрушение. Еще говорил, что Тюменская область — это самая хорошая по дорогам. О, вот тут как сейчас, вот тут как сейчас. Опачки, проехали. Очередные карьеры. А, я понял, тут, наверное, карьеры, тут щебень добывают, наверное, из дороги прям выколупывают и увозят куда-то, наверное, в другое место. Здесь, наверное, в свое время очень много наскладировали. И здесь получились залежи, щебня. Вот замечательный экземпляр. Замечательный такой экземпляр. Оп-оп-оп-оп. Преодолели. Не успели преодолеть. Тут у нас еще есть такая награда небольшая. Приходится вилять по дороге, чтобы не попасть.
солдаты НАТО не прыгают, не скачут, не навязывают нам всякие гей-парады. У нас вообще все замечательно, все хорошо. Пятая.